так и напишу название мира, писька бобра. Была какая-то игра, чел играл, и говорит, типа, чтобы открыть эту дверь, нужно прочитать заклинание древнее. Корень солодки, глаз селёдки, писька бобра, молот котя. Сегодня будет интересная, смешная игра. Я надеюсь, Катя. Даша, настройки, пакеты ресурсов, два вставить, там на котором один розовый такой, на нем животное, а на другом, другой курс это называется. Опа, у меня одного сердечка. А вот так, а вот так. А почему у меня вместо еды гнилая плоть? Гнилая плоть. А дерево нормальное, бренево черного дуба. О, дерево черного дуба, черного, темного. Палка. О, господи, ты видела курицу в этом мире? Катя, что за отстой, никто на меня завела вообще. Ты где? Да я не знаю, вернись. О, господи. Что это? Семена пшеницы. А, вижу, стой на месте, стой на месте, стой на месте, стой на месте. Никуда не беги, я иду к тебе. У меня для тебя есть подарок. Семена пшеницы. И мак. Их сожрать нельзя, да? Нет. О, ты видела коров? Я на коров засмотрелась. Я тут пещеру нашла. Пойдем за этим всем. О, смотри, сколько алмазов, Кай, слышь. Офигенно, девки. Интересно, как будет выглядеть топор? А, красиво. Вот что? Это, мать его, паук с лицом крипера. Белоснежный паук с лицом крипера. Ты как это объяснишь? Слушай, у меня два сердечка, я сейчас помру. Я померла. А у меня все вещи там были. Подождите, я сейчас за ними схожу. Господи! Ну что-то все гонятся, что-то я куда-то всем нужна, важна, я не понимаю зачем. Блин, так, сейчас, ладно, сейчас восстановим места, в которых я пребывала. Как это туда... Не стреляй меня. Я не помню, как это туда шла. Я нашлась! А теперь как обратно идти? Ой, я есть хочу. У меня нет еды. В меня стреляют. Я поплыла. Не плывется. Блин. Я в пустыне. В какой пустыне? Тут нет пустыни я рядом. В пустыне. Песок это песок, песок это песок. Песок это песок. Ты тут яйцо куда-то недавно выкинула, да? Ну да. А ты в какую сторону от яйца пошла? К морю. Ты замечала скелета? Не-а. А, вот сахарный тростник. Я нашла твои двери. Но я как-то слишком медленно двигаюсь по твоему пути. От дверей направо. Я вообще не проходила. Мысли. Я в лесу нахожусь, а двери в лесу нашла. Нет, это не я. Я не понимаю, где ты ходишь. Мы такими темпами не найдемся. Я вот тут буду жить. Я не знаю, где это. А я... О, роскошно. Налево посмотри. Где твоя землянка? Вон там. Дверь там стоит, алло. Где? Это что такое? Вот это что такое? Вот это что? Вот что это? Дверь. Откуда влезает камни? А, блин. Смотри, давай я тебе дам 3 булыжника и иди сделай... Ой, иди сделай себе кирку. Спасибо. Стой! А палку? Стой. Даша, найди палки сама. Вот тебе еще железная руда... Выплавь железо и принеси мне железную кирку. Хорошо, мам. Стой, могу тебе палки дать. На палки. На тебе 11 палок. Это же глаза. Мам, ты перепутала. Катя. Тихо, я слушаю воду. Справа. Сверху. Прям вот она. Рядом, прям здесь. Слева. Непонятно. Что это? Девочки, живем. Есть кирка? Нет. А, да, есть. У меня есть алмазная. Нравится мой подарок? Да, спасибо. Пожалуйста. А кирка-то есть? Так я тебе только что дала, алло. Алмазную кирку ей не нравится. Ну, могу тебе алмазный топор дать. Все, спасибо, где? Пожалуйста. Даша, объясни человеку, чем мы сегодня занимаемся. Я не говорю с тобой сегодня. Почему? Ты меня обманула. Я тебя не обманывала. Ты сказала. Даша, держи кирку. Я тебе алмазная. Дала кирку. Это алмазная кирка. Кинь мне миллион алмазных кирок. А это оказалось жареная баранина. А ты
ты так и не сказала, чем мы занимаемся сегодня. Короче, Катя сказала мне, пишет мне. Даша, вот установи вот эти вот текстуры, типа, ща будет, короче. Я, значит, запускаю, смотрю, у меня все цветы перевернуты. Курица ходит с яйцом овцы. Она мне кидает алмазную кирку. Это баранина. Я сломала тростник. А это дверь. Привет. Ок! Йо! Удочка превращается в штаны магическим образом. Ух ты! Катя, да я знаю, куда идти. В смысле? Иди за мной, я все знаю.